Это видео спасения девушки молниеносно облетело социальные сети и вызвало бурю эмоций. От ужаса и удивления до гордости. Корреспонденты ОТВ выехали на место событий, чтобы из первых уст получить комментарий спасителя. Однако сам Михаил Ероховец не считает, что сделал что-то особенное. Героем себя считаете? Такой герой. Просто поступок. Скромный, по мнению Михаила Ивановича, поступок не остался незамеченным. Выразить слова благодарности человеку, спасшему жизнь молодой девушки, приехал глава Одинцовского округа. Пришел сегодня сказать вам спасибо за это, за спасенную человеческую жизнь. И хотел бы вам пожать руку и вручить благодарственное письмо не только, наверное, от своего имени, а, пожалуй, от имени жителей всего Одинцовского округа на память о том, что мы благодарны вам и признательны. Спасибо. Вот ваше благодарственное письмо памяти. Награда нашла своего героя. Руководство Московской железной дороги также поблагодарило своего сотрудника за хорошую реакцию и бдительность на рабочем месте. Мы выражаем благодарность Михаилу Ероховцу за его смелый поступок. Правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре едины. Пожалуйста, соблюдайте их, переходите пути в строго отведенных для этого местах. Никогда не пользуйтесь наушниками и убедитесь в том, что рядом нет поезда. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».